Нарушая правила парковки, водитель создает помехи для других участников дорожного движения. В результате повышается риск возникновения аварии. Чтобы стимулировать граждан соблюдать установленные нормы и не ставить автомобили на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах и пешеходных дорожках, законодатели разработали систему штрафов. По сравнению с прошлым годом, платить за неправильную стоянку недобросовестные водители будут больше. Виновное лицо наказывается по этому составу административного правонарушения штрафом административным на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 5000 до 10000 рублей, на юридических лиц от 30000 до 60000 рублей. По словам Дмитрия Аношина, парковок в нашем городе мало, и водители ставят свои машины повсюду – на тротуаре или прямо на клумбах. Многие горожане правила дорожного движения стараются не нарушать и паркуют свой автомобиль в положенных местах. Но удается это далеко не всегда. Хватает ли парковочных мест в нашем городе, по-вашему? Не хватает. Почему? Потому что их мало сделали. Если честно, вечером вообще не хватает. Негде во дворах машину поставить. Кружу, найду. Все равно найду. Просто далеко, неудобно. Находим. На газон ставите? Нет. Я очень законопослушный, штраф у меня нету. Меня больше интересует, я вот прохожу иногда вот здесь вот, стоит прямо на тротуаре. Ну, газон хоть он, ну портит, конечно, как говорится, газоны и прочее. А вот на тротуаре человеку надо обойти по проезжей части. В случае, если горожанин увидит припаркованный автомобиль на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах и пешеходных дорожках, он может сфотографировать транспорт на телефон и отправить изображение в департамент городского хозяйства в электронном или печатном экземпляре. После чего нужно написать заявление и указать, где именно припаркован автомобиль. Это позволит должностным лицам, которые будут рассматривать впоследствии соответствующее заявление этого гражданина, оценить надлежащим образом представленные материалы и провести проверку, и в случае, если будут достаточные данные указывать, которые будут указывать на признаки административного правонарушения, возбудить соответствующее дело. Что касается парковок на тротуарах, то протоколы с этим видом нарушения составляют полицейские. И обращаться с этим вопросом нужно в ГИБДД. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.